Сегодня самый прохладный день. Вот этот вот чувак пригласил здесь покопать. Виталик. Копатель. О, значит, он тут нарыл советских монет, а у меня монисточка попалась. Почему-то со звездой. Это удивительно. Вот так вот. Вот такая вот здесь местность. И... копай. Ти-ди-динс! Копатель Виталик выкопал 15 копеек, 1907, по-моему, все-таки год. А, стоп. Да. О. Серебро. Прошу вас. У меня сегодня день монист. Денег пока нет. Только у Виталика. Один серебряный. У меня две монисты. Вот такая вот красавица. Мухтары, тьма. Сегодня день монист. Вот еще одна. Но лысенькая и непонятная. Вот так вот. Дура, а тебя уж как традицию не нарушать. Ты же монист тут копаешь. Ладно, в общем, короче, посмешил. Сейчас, подожди, братан. 1926 год, 2 копейки. Вот. И предлагает мне Виталик обмен. Ну давай, что у тебя там? О, чувак какой-то. И написано Чан. Брат, Чан. Ну, держи тогда. Давай меняться. Че, да? Крестами, а че? Все, вот. Обмен. Ну давай, показывай свою царскую-то. А, царскую. Да там не видно ничего. Ну, здрасте, пожалуйста. Не, монисточки я люблю. Но это... не наша. Вражеская. Чувак с копьем, со щитом. Египетский, хотел сказать. Ну, чуть-чуть подальше. Лысенькая? Ой, да, грустноватая. Ну, ладно. Не, по-моему, хороший будет. В общем, это... идем пока дальше. Брат, значит, и так, мы тут пока перекурив, решили вот что сделать. Вот 2 копейки советские и вот царские копейки. Царские 2 копейки. У меня Беркут 5. У тебя Деус какой? Деус? Ну, хрен с ним. Пускай Деус. Давайте так, посмотрим на амплитудки советской монеты. Не очень видно. Ну вот так показывает Беркут. Советская монетка. И царская монетка. Теперь смотрим все то же самое, но с Деусом амплитуду. Подожди, я цвет. Ага. Так, следующее. Ой, такие крокозябры. Только на земле. Когда она в земле. Ничего себе. А когда она в земле, она. Слушай, четко... ну, давай тогда вот как сделаем. Давай вот так брикетиком ее прикроем. Вот так мы ее брикетиком прикрыли. Ну, в земле получше, да. Ну, раз уж мы землю смотрим, давай посмотрим Беркут. Ну, вообще ничего не изменилось. Не видно их, правда. Ага. Ну, ничего не изменилось. В общем, вот так как-то. Достаем обратно. Так, держи. Так что вот. Вот такие вот картинки на разных приборах. Держи. Так, вот наконец-то царик. Копали мы его, проверяли двумя приборами. И все они показали разные результаты. Вот, то есть было вообще непонятно, что это такое. Видимо, она либо вот так лежала, либо, ну, как-то вот непонятно. Вот так вот. В общем, попалась вот такая вот, как мне кажется, либо тушилочка для свечей, либо это был некий колокольчик. Но таких предметов уже
3 я таких находил, и следа язычка нету. Вот так вот. Возможно, погремушечка была. Перетянутая ниточками, внутри дробинка.